Дмитрий Медведев утвердил дополнение к правилам противопожарного режима. Под официальный запрет попало сжигание травы и хвороста, а также разведение костров вдоль автодорог и охранных зонах железных дорог. Среди нововведений есть запрет на выбрасывание окурков из окон автомобилей и поездов. Нарушителям грозит штраф до 2000 рублей. В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячий шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного, подвижного состава и автомобильного транспорта, говорится в документе. Напомним, курение в поездах запретили еще в 2014 году. С февраля прошлого года под запрет попали и электронные сигареты. Кроме того, владельцы и арендаторы земельных участков в границах населенных пунктов, а также члены садоводческих объединений должны будут теперь регулярно убирать мусор и косить траву, а также защищать свои участки от зарастания сорной растительностью.